Ракеты, двигатели, детали для космических кораблей. Здесь можно проследить всю историю развития российской техники. В Химках открыли учебно-методический центр на базе машиностроительного бюро «Искра». В выставочном зале вся продукция предприятия за последние 70 лет. Валерий Ключников работает на заводе уже 30 лет. Начинал с помощника мастера, а 3 года назад получил награду «Заслуженный создатель космической техники». Теперь руководит учебно-методическим центром. Мы выпускали продукцию, предназначенные для наших вооруженных сил. В основном, значит, это были двигатели твердого топлива. И основной продукцией является, одной из основных продукций, это система аварийного спасения космонавтов. Это двигательная установка системы аварийного спасения для космического корабля «Союз». Нужна она для эвакуации космонавтов в начале полета. Последний раз именно эта система вывела капсулу, которая спасла американского и российского космонавтов в октябре этого года. Увидеть ее и другие экспонаты могут и студенты технических специальностей. Это следующий шаг, который позволит нам связать производство, научную работу, вузовскую науку. И профессионально-техническое образование. 10 лет назад производство «Искры» перенесли в Химки. Теперь здесь новые корпуса, гостиницы и учебный центр. Я в восторге от этого центра. Мы очень сильно ждали его открытия и хотели очень сильно найти возможность, чтобы нас сюда пригласили, чтобы уже непосредственно воочию посмотреть, потому что мы видели, как шел процесс стройки, но, безусловно, без всего этого наполнения и без всей этой технического оснащения. В новом центре можно не только посмотреть экспонаты. Это отличная возможность для студентов пройти обучение не в аудиториях, а в самом сердце машиностроения. Алена Беляева, Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.